новом режиме «Лучший в трех». Я Георгий Черданцев, со мной Константин Генич, и мы с нетерпением. Перед нами состав хозяев. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Посмотрим на состав Саутгемптона. На ваших экранах тактическая расстановка команды на этот матч. Да, и заметь, как игроки середины поля выстроились ромбом. В новом режиме «Лучший в трех». Я Георгий Черданцев, со мной Константин Генич, и мы с нетерпением. Перед нами состав хозяев. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Посмотрим на состав Саутгемптона. На ваших экранах тактическая расстановка команды на этот матч. Да, и заметь, как игроки середины поля выстроились ромбом. В новом режиме «Лучший в трех». Я Георгий Черданцев, со мной Константин Генич, и мы с нетерпением. Перед нами состав хозяев. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Посмотрим на состав Саутгемптона. На ваших экранах тактическая расстановка команды на этот матч. Да, и заметь, как игроки середины поля выстроились ромбом. Посмотрим на состав Саутгемптона. На ваших экранах тактическая расстановка команды на этот матч. Да, и заметь, как игроки середины поля выстроились ромбом. Понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Где, кстати, теперь будет жилой комплекс. Первый тайм начался. Андрей Ермоленко. Джек Уилшир. Филиппе Андерсон. Райан Бертран. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Хотя...